Утро в новом городе Чанрае, и я хочу снять видео о том, как бы я жил с осознанием того, что это единственное, что есть, нужно прожить весь день в моменте, просто-напросто наслаждаться всеми процессами, которые будут происходить в течение этого дня, просто наслаждаться днем, чтобы создать такой видео-ярлык для себя и прекрасное напоминание о том, как можно жить. Весь день должен пройти такое, что просто вау, вау, вау. Будем стараться. Вот сейчас утро, уже 11 часов. Что-то у меня до сих пор болит голова. В общем, настроение такое, что настроения нету, нужно его создавать самому себе, потому что это моя жизнь. И нужно наслаждаться даже тем, что болит голова. По крайней мере, пытаться как-то это делать. И самое, что интересно, когда я работаю на камеру, я это так называю, у меня появляется какой-то интерес вообще к процессу жизни в настоящем моменте. То есть как-то жизнь становится интереснее, сразу любопытнее, когда ты работаешь на камеру. Вот так, да. Будем что-то делать интересное. Нужно запомнить этот день так, чтобы понравилось не только мне, но и тем, кто смотрит видео. Да? Ты хочешь запомнить этот день? Ну так смотри видео дальше. Чего-то подобного сыроедного, вегетарианского, веганского, никогда в своей жизни не ел. Ощущение какой-то изысканнейшей итальянской кухни. Вот, то есть настолько чувствуется подход к еде, что оно реально что-то нереальное. Начинаю понимать, насколько важно именно жить с мыслью о том, чтобы наслаждаться всем вокруг, и это само тебя вокруг находит. То есть, если внутри состояние наслаждения, то все вокруг такое же. Куда ты не пойдешь, что ты не будешь делать, что ты не будешь есть, оно будет именно вот таким же удивительным, каким-то необыкновенным. Все обычное, все из прошлой жизни, все будет обходить тебя, и ты будешь находить только реально то, что приносит настоящее наслаждение. Как вы видите, я думаю, что вы видите этот храм. Приехали, да? Приехали насладиться процессом того, что побыть туристом, увидеть достопримечательность, довольно достопримечательную. Почему бы нет? Почему бы и нет, да? Давайте наслаждаться. Thank you.
колоколом. Хватит уже стучать в колокола. Заел уже стучать в колокола. Хороший фон. Короче, что тут можно сказать? Тут нечего говорить, если честно. Просто нужно ходить и наслаждаться процессом. Ну что можно сказать про этот храм? Не знаю, красиво, необычно, внутри очень интересное оформление, которое стоит видеть, особенно если вы любители американских блокбастеров, увидеть в тайском храме что-то новое, с каким-то смыслом, я не знаю с каким, я просто зашел туда и не захотел ни о чем думать, я просто наслаждался тем, что там было. Но люди, которые любят думать, им там будет о чем подумать реально. А сейчас мы идем в кафе с котами. Ну что, не кормить котов, не тревожить, не делать фотографии со вспышкой и тому подобное. Вот, ну что, я заказал какао с мятой. Похоже, этот кот просто наслаждается процессом бытия. Что можно сказать? Мяу. Честно говоря, не очень хочется есть. Внутри такая пустота, спокойствие. Что-то опять захотелось что-нибудь съесть. Ярмарка еды. Люблю кушать гуаву. Она такая умеренно сладкая. Как будто бы вы не досахарили кружку чая, примерно такая. Не знаю, что и сказать. Просто мне кайфово от того, что, не знаю, очень сильно устал. Но не хочу лежать, хочу просто двигаться, что-то делать. И это такие классные ощущения. Заметил уже несколько раз, просто наслаждался своей едой. Люди так смотрели, прикольно. Thank you.
Решил разнообразить свое путешествие и попродавать открытки с фотографий, которые сделал, конечно же, я сам во время моих путешествий, а также нахождения в России. Рядом играет прекрасная музыка. Можно просто-напросто сидеть, медитировать. И параллельно, чтобы просто-напросто не отвлекаться на мысли, я решил, что буду рисовать. Я тут вообще хорошо расселся, так кайфую. Музыка еще играет красивая. Ну что могу сказать? Прошло минут 30-40, бизнес по продаже открыток пока не идет. Может быть, потому что я не уделяю внимания людям, которые проходят, а рисую свои картины. В принципе, картину я закончил, и можно поуделять внимание людям. Вот такой получился рисунок. Вот только говорил вот этот текст о том, что нужно уделять больше внимания людям, подошел человек и купил мою открытку с российскими березами. Знаете, так приятно, когда мое творчество, его частички остаются с другими людьми. Это так классно. Устал рисовать. Просто сижу, наслаждаюсь моментом. Очень странный эффект. Пока сидел, рисовал, хоть какое-то внимание было моим открыткам от местных людей. А сейчас, когда я полностью в их распоряжении, вообще никому даже не интересно смотреть в мою сторону. Но мне от этого как-то глубоко. Я просто наслаждаюсь моментом. Дал вторую открытку, и девушка ее купила по той причине, что эта открытка единственная, которая заставила ее смеяться. Музыка закончилась, начинается кабар. Классно ничего не ждать, а просто наслаждаться процессом. Я всегда, когда что-то делаю, даже ем, ожидаю чего-то, какого-то конечного результата. Знаете, как поел — чувство сытости, ты ждешь чувство сытости, когда наступит, ты не наслаждаешься едой. Очень часто мы в жизни ждем какого-то результата, не получая наслаждения от самого процесса жизни. Под вот этим прекрасным деревом я сидел. Yesterday you told me about a blue, blue sky, and all that I can see, it's just a year in my dream. Ну что хочется рассказать про первый мой опыт продажи открыток? I look myself. Thank you. Парень подумал, что я снимаю его, а я, как обычно, снимаю себя. Подошел ко мне, говорит, типа, подойди, поснимай. Я говорю, я себя снимаю, извини, чувак. Только прекрасное. Продал две открытки за час, заработал 100 рублей, но это не главное. Главное, что этот процесс реально принес мне удовольствие. Сначала я сидел, рисовал, слушал прекрасную тайскую музыку, а потом просто наблюдал за жизнью вокруг, она прекрасна. Жизнь во мне прекрасна, жизнь вообще прекрасна. Так много внимания раньше уделял внешнему миру вместо того, чтобы сосредоточиться на своем, потому что он реально прекрасен. Классно жить в моменте, классно вообще жить и просто наслаждаться жизнью, вообще наслаждаться всем, что есть в жизни: едой, общением, друзьями,
много чем можно наслаждаться, просто надо жить. Как оказалось, больше всего оценил мои фотографии художник, вы представляете? Художник, который продает потрясающие картины. Я снимал видео, и случайно он подумал, что я снимаю его. После этого завязался наш разговор. Я подошел к нему, показал ему свои фотографии. И он, короче, выбрал 5 моих самых реально лучших фотографий, которые я считал своими лучшими снимками. И взял себе, сказал, что это нереально круто. Предложил обменяться на его замечательные открытки тайские. Yes. Stop to life. Еще заметил удивительную особенность, что когда живешь в моменте сейчас, то вообще не думаешь о деньгах, о том, как их заработать. Они сами приходят в нужный момент. Stop to life. Yeah. Когда стараешься жить в моменте и полностью наслаждаться, то происходят реально самые удивительные, самые классные вещи, которые заставляют влюбиться в жизнь, любить ее еще больше, сильнее, ценить каждый момент своей жизни, а не только лишь думать о прошлом и будущем. Так что живите сейчас, другого времени просто прожить сейчас не будет. Наслаждайтесь моментом, не надо его ценить, оценивать, какой он был. Просто им нужно наслаждаться, и тогда жизнь будет давать только все то, что вызывает такое же наслаждение. Она не будет давать тебе то, что вызывает какую-то ценность, оценочное суждение, как мы привыкли. Она просто будет давать то, что будет доставлять наслаждение, удовольствие. По-моему, это очень классно. Я буду жить в моменте, а вы увидите, конечно же, новые выпуски жизни в моменте сейчас.